розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Ребят, значит, смотрите, расклад такой. 4 выживающих и 2 бандита. Готовьтесь к адовому балагану. Никогда не такое видели? Никогда такого не было. Да, просто жесть. Это же просто самое... Шестером. Ты чё? Ты чё? Ты чё? Что делаете? Ты чё? Ты чё пришёл? Я сюда пришёл первый. После Кратоса. После Кратоса я сюда пришёл. Давай сюда, тут тебя не хватает. Что происходит вообще? Тут это плохая нычка. Это плохая нычка. Зачем? Они уже вышли! Они уже вышли! Да ничего, мои нычки делают! Тихо! Так, давай распределяться. Я знаю, где они. Ты, придурок, руку видно! О, боже! Ой-ой-ой! Господи, Серега, я туда убежал. Это было очень быстро. Здравствуйте, Элдор! Северный олень! Что? Что? Обзорка, да? Окей, давай я тебе покажу, где Миша находится, а ты меня отпустишь официально. А чё, что Миша тоже бегает? Покажи! Покажи! Пожалуйста. Давай, давай. Миша, налево, покажи, налево, налево, да. Покажи, где Миша. Ага. Ага. Чё? Ага. Сразу. Да нет, 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 нет. Сука, за месяц замордовали. Это жесть, короче. Полная. Невозможно вообще. Да ладно, Миша. Да. Что-то там у Миши сейчас происходит по-любому. Блять, ты где, Миша? Я слышал Мишу. Охренеть! Он где-то около лестницы. Здесь лестница есть. Да, здесь много лестниц. Миша подводный монстр. Подвод. Миша, стадион крафтить, все равно тебя не найдут. Я, конечно, не уверен, но... Миша, ты не можешь тут... Вот тебе нравится в черноту смотреть? Ты не Миша, можешь влево дальше? Пройди, там хоть поинтереснее будет. Вправо. У меня влево, нет влево, граффити, прыгай. Я забыл открыть граффити. Миша, иди налево. Миша. Так, мне даже вот граффити... И ничего нету у меня, короче. Я... Пацаны, он подвал. Иди, я в подвале был. Может, это не подвал? Может, он это... Он в ground floor. Ground floor. Ах, хрен знает, что это такое. Это что, тут ground floor? Это подвал? Да. Что-то Миша замолчал. Ребят, вы что-то очень не там, в подвале он, вы чё? Ну, я вам в подвале. Дали нормальную подсказку. Ты в подвале? Да. Что-то, по-моему, вы не в подвале. Может, по-моему, вы не в том подвале, да. Да. А он так выживет, а не как вы. О, кто-то нашел подвал. Миша, ты что-то так очкуешь, да, Миша? А, Миша, ну не видно, ничего не интересно. Страшно же. Не очкуй, Славик. Страшно. Нифига, не бойся, братан. Я так тысячу раз сделал. Оп. Знаешь, что ништяк, Миша. Он, походу, где-то здесь, потому что тут... Миша мега странный человек, блядь, там... Да Миша, развернись, Миша! Ты какая, знаете, он как козёл, если он ничего не видит... Нашёл? Он как страус, когда очку... Вот почему я развернулся, понимаете, блядь? Спасибо, ёпта. Минус раунд, нахуй. Тихо. Да. Погнали. Да. Бежим. А куда? Бегите, да, бегите. 2 бандика, 4 выживающих. Ты всегда чё? Мечта. О, звонок. Не режь меня. Не режь меня, тебя кикнет мудила. Подожди, а что это? Это не та лестница, не та лестница, которую я искал. Что тебе надо от меня? Ой-ой-ой, телепорт не тот. Вот мудила. А когда не выходишь, психованный? Когда не выпустите меня! С психом посадить! Пока, парни! Вы чё? Это быстро. Я в последнюю секунду нашел нычку. Я знаю, где они. Рыбьята! Рыбьята! Заметил? А красавчик вообще. Пошел нахер! Пипец, пацаны, вы чё гоните? Как так быстро? Сам пошел туда. Нет? Чё вы такие шумные, ёпта? Вообще капец. Добро пожаловать в балаган в 2К18. Это сердце машина. А зачем резать правой кнопкой, сука? Ну вот, чтоб ты умер, как бы. Обзорка, опиши им, что ты видишь от моего лица. От твоего вижу белый снег, серый лед. Белый снег, черный серый лед. А, серый лед, да, точно. Какой еще лед? Тут лед есть? На растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на нечет там. Город. Дорожная пирога. Миша по-любому... Давайте все вместе! По очереди. На улице. И вы хрен увидишь в этой темноте. Саня был близок. Чё? Походу Миша... Ну ты прыгнул в картину, да?
Я не, это не я, я вообще на улице был. Я не прыгал в картину. Окей, значит, это Антон был. Я не прыгал сейчас в картину, пацаны. Смотри, как байтит, а? Белый снег. Это было вообще жесть. Ну, давай, Данил, ты спалил меня в прошлом раунде. В смысле, в каком раунде тебя? Где ты? Сзади двор! Сзади двор! Оббегай, 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 оббегай! Миша, какую сторону? Все понятно. Не надо! Нет! Сука! Мочи его, мочи! Прыгнул просто так. Сука, либо он убежал, либо он еще там. Откуда убежал? Так, он граффити оставил, я понял. Он за картинами сидит. Ты че? Где? Не тут, не за этими. За какими? Куда ты делся, Саня? Миша, какого шляхтера? Миша, вон тебе ушлёпал. Где? 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 Где, Антон? Покажи, покажи, где? Миша, сучок просто. Я тебе Да нет! Миша, ты ушлёпок, я тебя отвечаю. Давай, давай, давай-ка помоги. Зачем ты меня в прошлом раунде спалили? Я тебя не палил, но ты ушлёпок вообще грязный. Ты меня в открытую спалил, мурло. Да ладно, Данил, умереть это не главное. В смысле, остаться в живых. Я этого не говорил. На! Погнали, Антон, Саня! Погнали с тобой. Саня, я тоже с вами. За мной, за мной, давайте за мной. Все. Нет, 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 не нужно за нами. Антон, иди за мной. Ты жутко слышишь, Миша мой, оставишь мне его, найдешь, не убивай его. Заблокируй его. Только Антон. А, стой за мной, пацаны, все за мной, за мной, за мной, сюда, сюда. Ага. Ага. Па. Скивили па. Это как вообще? Сюда. Скорее, скорее, пожалуйста. Опа. Ах ты, Миша, пьес, я тебе не прощу этого, Миша, никогда. Понял, Миша, я его. Телепорт, телепорт. Телепорт должен быть. Мы, значит, с обзоркой маньячки, мы зомби, но мы не зомби, мы маньячки. Где он? Я нашел. Во, нашел, нашел, нашел. Где, 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 где? Я вижу парня, я вижу парня. Эй! Один парень сверху. Где, 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 ребята, где? Где обзор? На чердаке, на чердаке. Нормально. Так, ребята, 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 смотрите, выйдите в главный холл дома. Вот один возле главного холла. Оля, Оля, здорово. Возле красных диванчиков, возле красных диванчиков. Ага. Да. Чё, в камине нормально там жарит? Офигенно, Антоха. Антон, а куда ведёт? Куда ведёт Антон? Вот туда. Напиши. Куда? А, блядь. Вниз, прям, куда вот туда? Прям вниз. Фу, блядь, какой стрёмный телепорт. Нормальный телепорт? Поэтому да надо сразу бежать. Чё ты стенку кирпичную нюхаешь, а? Это не нюхай стенку кирпичную. Саня, это твой свин? А какой свин? Это мой свин. Это не мой свин. Свин. Как подняться мой свин, на... мой. Да, прикольно. Классный свин, надо вот так. Это мой свин. Ебой. Ебать, дом гигантский просто, я офигею. Да. Чё ты жалуешься? Так, здравствуйте, я знаю, вы меня видите, вон, здравствуйте. Ты чё, смертный? Это кто такой? Это смертный Саня, походу. Саня, ты мудак. Здравствуйте, Саня. Здравствуйте. А что это вы? И что, и что это, и что это вы? Саня! Саня! Ой, обзорка, дай пять обзорка. Самовубивец, самовубивец. Сидим тихо. Даня, 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 смотри, что сейчас делаем. Ты сядь вот здесь, сядь вот здесь. Ты хочешь посадку замутить? Ну окей, давай. И чё? И чё? Есть, пошёл. А, здесь не ломается. А чё? Чё вы задумали-то, а? А нет, вот. Смысл, так, пацаны? Они здесь были где-то. Были. Их, понимаешь, что трое. Одного мы выпилили, один трое еще осталось. Да. А вот, вот могли бы меня не убить, я вам подсказал бы. А вот теперь хрен. Подсказал бы. Понимаете? Держи, держи, держи дверь, держи дверь. А, дверь, 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 дверь. Держи, держи, держим. Держи, держи. Обзорка где? Не пускайте его. Это байт, это байт, это байт. Да держи, он открывает, открывает. Здесь дверь не открывается, здесь дверь не открывается. У меня железная жопа. Мы за дверью вообще-то обзорка. Вы за дверью, но она не открывается. Она открывается? Она не открывается. Это байт, это байт. Она не открывается на самом деле. Ага. Ладно, ладно, да. Хорошо. Да-да-да. Эй, вы чё, алё, нам надо по одному будет отсюда сваливать, эй. Один жертва, пацаны. Да, один жертва. У него за этой стенкой. За какой? За вот этой. Дальше всех стоит. Ребят, сейчас, в принципе, самое время убегать. Куда они там? Я что, дурак, что ли? Мне вот интересно, куда? Фигня, этот, спереди непрозрачная, случайно? Нет. Нет.
Не. Я чекал, здесь ничего не было. Руки, к сожалению, руки, нет. Руки, Фишер. Нормально все. Фишер, нормально. Фишер, не надо, да. Миха, что расскажи, ты, как я в первом раунде спалил, Миша. Ты меня в первом раунде спалил? Да, как я тебя спалил, расскажи. О, я слышал, не открывай, блин. Не открывай. Только тихо. Они открыли дверь? Не открывай! Пошел лайк! Держи. Не надо сюда, не надо. Обзорка, ты где? Они где-то шлюзом щелкали каким-то. Я слышу. Обзорка, слушай внимательно. Ты шлюзом щелкаешь. Они закрывают какие-то двери. Я на двери сейчас граффити оставлю, слушай внимательно. Слушай. Ну это эта дверь, которая здесь стоит. Ну они, блин, в Чечню не войти. В Чечню не войти, че? Чечня! Чечня, это круто! Какая дверь? Обзорка, покажи, где эта дверь находится. Не надо, не надо, Фишер. Не-не, я здесь. У меня все под контролем. Второй этаж, где петух был. Обзорыч! Если что, петушок был, иду. Чувак. Что такие? Зачем? Зачем? Кто это, блядь? Пацаны, обзорка, я на втором этаже. Где обзорка? Я здесь. Вот. Это смертельный здесь, телепорт. Короче, а как двери. Ты залез туда? Как ты попал туда? А, ты запрыгиваешь на петуха, короче. Беги. Пацаны, это было случайно. Пощадите, я покажу. Здравствуйте. Хорошо. Убегай, оттуда убегай. Ой-ой-ой. Чинно, блядь. Ой, там кто-то вышел к ним прям. Бляха-муха, я залезал. Там еще кто-то, Даня, там еще есть. Охренеть, там просто двое. Охренеть. Беги сюда, да-да. Сука! Куда? Сюда! Обзорка, отпусти, пожалуйста. Блин! Как дела? Я тебе покажу. Я тебе покажу. Обзорка, где обзорка? Давай, побежали. Сейчас. Миша, остановись где-то. В какой-то отель. Ого, ничего себе. Убегай. Антон Мудила убегает. Убегай. Антон, дай сюда. Где он? Да а, да ладно. Кривой. Остался только Миша. Сука. Не дайте меня, блядь, не спалите меня только перед квантом. Нет, Миша, нет. Теперь расскажи, как тебя в первом раунде спалил, Миша. Я не квантум. Так. Я не буду палить. Спасибо, Саня. Сейчас скажи, как я в первом раунде спалил. Мне не хакер. Интересно. Просто самым наглым образом. Ты сказал, где я? Антон выпрыгнул из-за стены. В подвале? Это Антон сказал вообще-то, что ты в подвале. Потом я это сказал. А, да? Ну, а я вообще не слышал. Тогда извиняюсь. Вот они где-то здесь выпрыгнули. Уйди отсюда, обзорка. Я извинился, Данил, не бей меня. Ты меня спалил... Я извинился. Лучше диск на меня запиши. Чёрном. Как ты попал туда, обзорка? Он не здесь уже. Он не здесь, я 100% уверен. В чёрной-чёрной комнате сидел чёрный-чёрный человек. У него была зелёная-зелёная шаляпа. Короче, мы не найдем его. Я даже не знаю, где его искать. Да. Не ёлкой пахнет. Миш, грибы пойдем собирать. Вы что, хотите, чтобы я вообще не выиграл никогда? Нам просто квантом обещал заплатить. Интересно. Иван-то здесь невозможно его найти. Здесь невозможно найти никого. Здесь очень темно. Возможно. Охренеть, почему сюда свет-то не завезли? Чё так темно? Знаешь, сколько оборудования это всё стоит? Опасно. А прикинь, он бы сейчас выбежал бы здесь. Кто-то вниз посмотрел бы назад. Привет. Обзор, я нашел его. Миша, не нашли. Наши глаза встретились. Ребята, у меня нет нычек, что делать? У меня нет нычек. Паскуда. Как попасть? Это квантум, я с тобой. За мной, квантум, за мной. Где-то я уже это слышал и умирал, я самый первый. Ни разу ты не умирал. Сережа, ты что делаешь? За мной, иди за мной. Я вообще-то уронил семечку. У тебя тоже 10 тысяч хп? Сюды. Да. Иду, ну, да, еще здесь. Сюды. А у тебя тоже штаны порваны, Миш? Короче, ага. Серега, ищем квантума, убиваем его просто сразу. В первую очередь. Так. О, я, да, ясно. Он 100 пудов где-то под этой елкой. Я представляю. Там не такой шифр обзорка, расслабься. Это шифр чей-то другой. Есть кто? Есть кто там? И походу об этом никто не знает. Спасибо за нычку, ребята, спасибо за нычку. Они врут, они не видели тебя. Я видел. Куда он прыгнул? На крыше сидишь.
Данил на крыше сидит. Так, окей. Как попасть на крышу? Чуваки, уйди туда, пожалуйста, чуваки. Обзорка. Я не знаю, как попасть. Обзорка, не пались, уйди с моего места. Обзорка, ты сзади на мое место. А, кто это бежит? Это я, не убивай. Почему? Почему? Ты спалил меня, Сайда в том раунде. Это я спалил, так раз спалил. А Данил сказал, что это ты. В смысле, сколько? Он мне в стиме написал потом. Чё? А да. Чё ты брешешь, Миша? Ты чё, охренел? Миша, хочешь танцить к Квантуму? Да. Ты знаешь, как попасть туда? Конечно. Ну пойдём. Тихо. Саня, что ты делаешь? Ты делаешь все, чтобы я тебя убил. Нет, в смысле, зачем? Обзорка ушлёпа. Так ты не бежишь в то место, куда надо. Кто сказал? Окей. Откуда ты знаешь, куда я бегу? Ты не можешь знать, куда я бегу. Ты не убьёшь. Иди на перехват, Серёга, блин. А да, обзорка, иди на перехват. Против часовой стрелки вокруг дома. Сейчас, иду. Ребят, идите на чердак, мы, короче, на чердаке с обзором. Он в подвал, бежал. Ты случайно. Ты баклажан. Ага, О, нет! Ни хрена, Серёга, ты откуда упал? Это было нечто. Спайдермен! Обзорка, зачем ты оставил граффити, там обзорка? Где он граффити оставил? Как попасть на чердак, я не понимаю. Обзорка, хватит писать про чердак. Ребят, мы на чердаке. Здорово! Здорово! Где? Конец. Где? Здорово, на чердаке. Да ну твою мать, обзорка, почему ты? На крыше что ли были? Да, на чердаке были.